3-4 лишних килограмма. Именно столько прибавляет в весе среднестатистический человек после новогодних праздников. Марине это не грозит. Фитнес-тренер с 10-летним стажем уже с начала января возвращается к спорту. Пожалуйста, не врывайтесь в тренировки, не кричите «хочу кроссфит», «хочу круговые», «хочу силовые». Ни в коем случае. Небольшая физическая нагрузка, она поможет нашему организму, да, ускорить обмен веществ и вывести токсины из нашего организма. Наиболее распространенным последствием затяжных выходных относится и алкогольная интоксикация. В первые недели января с этой проблемой сталкиваются многие. С передозировкой алкоголь-содержащих напитков к нам поступает не меньше 20 человек. При этом общее количество за месяц, как правило, чуть больше 30. То есть фактически за праздничные дни идет львиная доля, то есть большее количество, практически 75%. Забыл о чувстве меры? Будь готов к неприятным последствиям. Но за медицинской помощью в таких случаях обращаются далеко не все. Большинство спасается подручными средствами. Дешевый и проверенный временем способ улучшить наше самочувствие после Нового года – это рассол. Бывалые люди знают, что лучше помидорного и огуречного подойдет капустный. В нем есть янтарная кислота, которая выводит вредные токсины, скопившиеся в нашем организме. Есть и другие способы вернуть форму после затяжных январских праздников. Но у каждого они свои. Кефирчик и диетка. 8 дней же у нас выходных целых. Отдохнуть перед работой, потом идти на работу. И все. Много надо отдыхать? День хотя бы. 2 числа в баньку поехал, снег, и все замечательно, все прекрасно. Как заново родился. К концу новогодних каникул многим уже не хочется смотреть на свое отражение в зеркале. Темные круги под глазами, как и лишние килограммы, привлекательности добавляют далеко не всем. А от отеков вас спасут народные методы, например, чайный или огуречный компресс. Несколько нехитрых действий, и можно приступать к работе свежим и обновленным. Дарья Шарипова, Максим Турчев. Утро нового дня.